Ребята, всем привет! Я сейчас хочу убраться на рабочем столе. Здесь на самом деле очень много ненужного. Ну и в принципе просто протру пыль. But I miss being needed, being held in the evening, making love till the sunrise. See, it's true what they say, you don't miss nothing once you're in paradise. But now I'm back on this earth. Хочу сейчас поменять цветочек и сердечко на какие-то другие элементы. Сейчас выберем. А сейчас на самом деле самое сложное. Нужно вот это вот все разобрать и опять попробовать все сложить аккуратно, чтобы вот такого вот не было. Вообще пишите, у вас тоже такая проблема с проводами? Смотрите, у меня на самом деле очень много разных стикеров, ну, таких вот смайликов. Сейчас, в общем, выберу что-нибудь интересненькое и вставлю вот в эту светящуюся штуку. Я, в общем, смотрите, сделала собачку вот такую вот и звездочку. В IKEA очень много появилось крутой канцелярии. Смотрите, какое все мимишное. Такие вот тетрадочки, блокнотики. Разные здесь цвета абсолютно. Есть такие вот желтые. Ой, вот это вот что-то симпатичненькое такое. Такие вот тетрадки прикольные. Они в клетку. Здесь 40 листов. Да, текстовыделители у нас есть. Их вот их много. Да, текстовыделители. Такого вот плана ручки, кстати, у нас тоже уже есть. Мы купили. Это какой? Желтый или серый? Серый. Серый, да? Да. А, ну да. Вот такие вот, смотрите, ластики. Есть розовый, есть голубой по 42 рубля. Разные такие вот тетради на кольцах по 180 рублей. Разные обложки здесь есть. Прям такие классные. Есть вот такой вот, смотрите, альбом для рисования. 230 рублей. Ой, какая классная. Классно. А, она закрыта, запечатана. Ну, мне тогда больше нравится. Здесь такая кошечка миленькая. Ну, да. А вот смотрите. О, это школьный дневник, смотри. Авокадики. Такой необычный школьный дневник. Да, да, да. А вот они, все эти тетради на кольцах. Смотрите, их очень много здесь. Цены тоже разные. Есть, например, вот тетрадь общая на кольцах 170 рублей. Ой, 270 рублей. А есть 550 рублей. Обложки тоже здесь разные. Вот такие вот. Вот эта вот классная обложка. Ой, да, вообще классно. Да, 200 рублей такая тетрадка стоит. Я, если честно, не знаю. Ну, нет, наверное. Как мне такую тетрадку носить? Я лучше возьму толстые тетради. Ну, потом, но поменьше, да. Чтобы в сумку поместить. Да. Карандаши простые по 35 рублей. Такие вот наборчики, сразу три карандаша здесь. О, нет, это не то. Это карандаш 46 штук. Что-то вообще непонятно. Эти ручки. Да. Так, сейчас много канцелярии. Это такое мило. Просто каждый раз ты уже вроде купила, но каждый раз заходишь и да. Пойдем сюда. Смотрите, какие. Ой. Тетради появились. Сколько здесь листов? 96 листов, просто гигантские. Они просто офигенные. Слушай, может, возьмем? Их очень много. О, вот это мне нравится. Сейчас смотри. Классная обложка. Да, есть.
наборчик. Вот оно. Но здесь 6 тетрадей. Можно по отдельности? Вот кто-то уже вытащил здесь тетради. Видно, какая-то очень. Да, мне вот это вот нравится, девочка. А я не знаю. Ну, вообще, да, я больше хочу на кольцах. Кто-то пишет, что вообще в одной тетрадке сменный блок просто меняют и пользуются. А кто-то пишет, что для каждого предмета своя тетрадка. Ну, посмотрим, не знаю, как все это будет. Смотри, какие прям переливать, такой объемный велосипед. Да, 3D-шные такие тетрадочки. Вот тоже милые мимишные тетради. Я думаю, тебе такого этого блокнотика хватит. Дневник для девочек? Дневничек для девочек. А, ну-ка давай. Дневничек для девочки. О-о-о, короче, девочки, вы вели такие дневнички? Я что-то как-то начинала, но как-то забрасывала. Мои заметки, мои любимые занятия, мои питомцы, мои друзья. О моей семье, обо мне. Типа темперамента человека, знаки зодиака. Ну ничего себе. Как мелко говорят, зодиака. Зодиака? Ладно, пойдем дальше. Смотрите, пеналов побольше появилось. Там такой отдельный стенд. Да, у нас вот этот миленький такой. О, не все миленькие. Не все, ну вот есть какие-то прям миленькие, такие блестящие, смотрите, по 100 рублей вообще. Недорого, да? Да, и в синем цвете. Да, в бирюзовом таком. Вот что я хотела. Что? Вот такую ручку. Ой, карандаш что стоит? С бриллиантом. Что взять? С каким? Ты какой хочешь? Голубенький, наверное. Не голубой больше нравится. Зеленый красивый. Нет, зеленый мне не нравится. Ну, бери голубой. Ой, довольна. А вот, смотрите, есть ручка шариковая с антистрессом. Единорожки разные. О, смотрите, здесь они не просто единорожки. О, там еще всякие блестюшки. Да. А, звездочки, да? Здесь звездочки. Здесь что тоже звездочки, да. Просто единорожки разные. Милане не показывай. Хорошо. Давай возьмем ей. Да нет, мы набрали еще кучу ручек. Думаешь? А вот такого карандаша мы, кстати, не брали. Я не знаю, Милане нужен такой? У меня другие карандаши есть. А, мы, кстати, же заказали еще карандаши. Да, мы заказали еще канцелярию. Мы потихонечку постоянно заказываем. И да. У нас канцелярия пополняется, так, пополняется. Смотрите, белые ручки. У меня до сих пор, кстати, лежит белая ручка. Ты недавно купила золотую, серебристую, зеленую. Да, да, было. А вот, смотрите, какие ручки. Ой, это так классно. Вуала. Прикольно. Здесь еще есть солнышко. У куала, кстати, одна осталась, представляете? Почем такие ручки? По 29 рублей. Давай куалу заберем. И совушки. Разные. Давай куалу и совушку возьмем. Забираем их? Да. Поверь, давай совушку зелененькую. Лилову. Ну, зелененькую. Давай у Миланы спросим. А есть белая. Не белая, нет. Да. Хотя тоже красиво белая. Возьми белую, пойдем Милане покажем. Пусть Милана выберет. Ой. Где Милана? Не знаю. О, смотри, еще точилки здесь. Слоники разные. По 21 рублю. Разным цветам. Mm-hmm. А еще смотрите, что я нашла. Какой клей красивый. Это клей? Да, клей-карандаш. Почем такой? 159 рублей, да. А еще и вот такой вот набор ластиков. Прикольно. Какие классные ластики. Конфетки какие-то, да? 3-4 Я бы съела их. Олеся, главное, чтобы поесть. Да. Зашли сейчас в Буше. Я хочу взять вот такого вот веника с малиной. Еще, смотри, с вишней появился. О, и с миндалем. Ой, с малиной. И тут еще фисташковый крем. Видишь, такое? Вот это слоечко по-вашему. Да, такая аппетитная. Вентиль с малиной. С собой. Все.